Это программа «Итоги недели» в студии Петр Стуликов. Здравствуйте, и вот о чем расскажем сегодня. Все строительные работы на строящейся части вокзального комплекса «Восточный терминал Черкизово» будут закончены, наверное, к майским праздникам. Еще один вокзал в Москве будет принимать поезда дальнего следования. В РЖД приняли решение о сроках открытия комплекса «Восточный». А у вас по опыту вы при каких самых низких температурах работаете? Я думаю, заставало 35 морозов. При любой погоде аномальные морозы не влияют на перевозки и модернизацию инфраструктуры. Что делают на сети для комфортной работы в холода? Эта программа нацелена для закрепления работников на малых городах, на линейных станциях. Ипотека под 2% годовых. Жилищные кредиты работников Дальневосточной начали субсидировать на новых условиях. Интервью программы. А также... Доехать от Петербурга до Владивостока за 18 минут. Может, пожалуй, только миниатюрный поезд на этом макете. Гранд-макет всех магистралей страны. Для любителей железной дороги в миниатюре наш специальный репортаж из Санкт-Петербурга. 10-я железнодорожная гавань Москвы. Главной темой недели стал новый вокзал столицы «Восточный». РЖД продолжают развитие центрального транспортного узла и выделяют в 2021 году на эти цели рекордные 100 миллиардов рублей. Один из этапов проекта – открытие вокзального комплекса в районе Черкизово. Во вторник представители компании рассказали, что он сможет принять первых пассажиров в конце весны. При этом все работы обещают завершить уже к майским праздникам. За ходом строительства наблюдала Жанна Мясникова. В конце мая в столице появится еще одна железнодорожная гавань. Вокзальный комплекс «Восточный» как раз сейчас соединяют со станцией МЦК «Локомотив». Для начала сюда будут приходить поезда дальнего следования из Иваново и Нижнего Новгорода. Реорганизация движения поездов центрального транспортного узла связана с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская, Москва-Курская. Их возводят для увеличения объемов движения электропоездов, в том числе и по московским центральным диаметрам. На время строительства железнодорожники приняли решение перенести остановку ряда поездов на новый терминал. Вокзальный комплекс «Восточный» как пункт прибытия и отправления будет значиться в проездных документах с 29 мая. Эту дату выбрали как наиболее удобную. Холдинг переходит на летний график. Все строительные работы на строящейся части вокзального комплекса «Восточный терминал Черкизово» будут закончены, наверное, к майским праздникам. Нам еще нужно время для того, чтобы после этого произвести благоустройство именно пассажирскими сервисами. То есть общестроительные работы будут закончены, но еще нужно произвести расстановку малых архитектурных форм, навешивание навигации, оборудование без завзалов, билетных касс, чтобы персонал заехал, обустроился. И все те услуги, которые мы предоставляем, были качественные, и пассажиры практически не почувствовали никакой разницы между прибытием на Курский вокзал и на вокзальный комплекс «Восточный терминал Черкизово». Железнодорожники уверяют, пассажиры совсем не почувствуют разницы между прибытием на уже привычный Курский вокзал и новый Восточный. Качество услуг и уровень комфорта останутся прежними. Зал ожидания рассчитан на одновременное пребывание 200 человек и готов обеспечить пиковый пассажиропоток в 2500 человек в час. Терминал оснастят эскалаторами, лифтами, зоной для отдыха и фудкортами, а также полностью адаптируют для мобильных пассажиров. Новейший железнодорожный узел Москвы в настоящее время находится на завершающей стадии строительства. Работа производится при соблюдении графика движения поездов на МЦК, то есть мы не останавливаем там работу. Также с помощью заказчика увязываемся с городскими какими-то службами для подвода инженерных коммуникаций, дальнейшего определения границ благоустройства. В настоящий момент процент готовности объекта составляет 60%. Производим работы по внутренним инженерным сетям, монтажу фасадных панелей, завершаем платформу уже для приемки пассажиров. Терминал идеально впишется в транспортную систему мегаполиса. Интеграция с МЦК и метро позволит очень быстро добраться в различные районы Москвы и области. А транзитные пассажиры без проблем смогут в течение часа с небольшим доехать до столичных аэропортов. Жанна Мясникова, Сергей Гришков, РЖД ТВ, Москва.
Между тем, в работах по реконструкции Каланчевского путепровода на неделе стартовал следующий этап. Строители начали укладывать пути. Их число увеличится с 2 до 4. Причем расширят не только путепровод, но и весь участок железной дороги от Курского вокзала до станции Каланчевская. Это необходимо для развития московских центральных диаметров. Сегодня на этом отрезке ходят поезда дальнего следования и электрички второй линии транспортной системы Нахабино-Подольск. В будущем же здесь начнут курсировать и составы 4-го диаметра, Апрелевка железнодорожная. При сооружении путей используют инновационные технологии. На данном участке впервые на российских железных дорогах используется новая технология по уменьшению шума и вибрации для воздействия на окружающую среду и близлежащие строения и жилые застройки. Потому что мы проводим работу в самом центре Москвы при густой застройке. И здесь будет использоваться так называемые шумопоглощающие и вибропоглощающие маты. Они до этого использовались только на искусственных сооружениях. А здесь впервые будут использоваться на земляном полотне этого участка. Напомню, реконструировать путепровод начали в феврале прошлого года. За это время возвели 10 опор и установили 3 арки. Еще предстоит смонтировать 6 пролетных строений. Одновременно с реконструкцией моста преображают и станцию Каланчевская, расположенную рядом. Здесь появятся эскалаторы, лифты, безбарьерная среда для маломобильных пассажиров и, конечно, крытые платформы. Строительство ведется в условиях постоянного движения, безостановочного движения поездов и обслуживания пассажиров. Если сегодня у нас остановочный пункт Каланчевская представляет себя 2 небольших платформы береговых, то на этом месте по окончании строительства мы будем видеть комфортный современный транспортно-пересадочный узел. На работы по развитию инфраструктуры центрального региона не повлияли сильные морозы и снегопады, на которые щедра нынешняя зима. В столичном регионе температура в январе была на 7 градусов ниже средней климатической нормы. Между тем, в Омской, Томской областях и Новосибирске на 15 градусов. Аномальные холода с начала зимы наблюдают и в других регионах страны. При этом перевозки грузов и пассажиров должны идти штатно. Как работают железнодорожники в морозы, увидел Юрий Костин. За год на Дальнем Востоке перепад температур 85 градусов, в Сибири 75, в европейской части России 60. Уже в этом году в Москве температура понижалась почти до минус 30. Видите, даже я в шапке, хотя по всем канонам журналист в кадре должен быть без головного убора. Итак, при минус 30 путейцы проводят дополнительный осмотр. Особое внимание уделяют стыковым зазорам. Такой зазор не должен превышать 35 миллиметров, если больше, движение останавливают. При экстремально низкой температуре металл сжимается, фактически рельсы становятся короче, а это прямая угроза безопасности движения. Деформация может привести к излому рельса. Но осмотр инфраструктуры – лишь часть работы путейцев. Много сил уходит и на очистку стрелочных переводов. Когда ты весь день проводишь на морозе, нужна специальная одежда. Удобно, тепло, надежно. По сравнению со с прошлой у нас одеждой, это гораздо получше и покачественнее, конечно. Вот, получили мы ее, вошла она у нас, по-моему, в прошлом году, в 2020 году. Вот. А вам говорили, на какой минус она рассчитана? Там, минус 30, допустим, комфортно? Ну, минус 30 держит. Да, прям? Да, минус 30, да. И ноги тоже не минус? И ноги, особенно ноги, конечно, обувь у нас сейчас выдается хорошая, в плане зимней тем более. Вот. А у вас по опыту вы при каких самых низких температурах работали? Ну, я думаю, заставало 35 морозы. Наиболее экстремальные температурные показатели минус 35 градусов, местами минус 40, зафиксировали на неделе на дальневосточной железной дороге. В Комсомольске-на-Амуре неэлектрифицированные участки пути, локомотивная тяга тепловозная. Дизель к морозам весьма чувствителен, поэтому существует ряд правил при эксплуатации тепловоза в таких условиях. Например, зимой тепловоз не глушит, плюс перед каждой поездкой тщательно осматривают как снаружи, так и внутри. Чтобы все воздуховоды были переведены в зимний режим, у нас в данном случае также вентиляционные опять люки закрыты. Компрессор, чтобы был переведен в зимний режим работы. Шахта холодильника, мы ее осматриваем снаружи, чтобы были повешены шторы для лучшего поддержания теплового режима локомотива.
Ну и осмотр ходовой части, и, что немаловажно, отопитель салона, по-нашему колорифер. В Екатеринбурге на Свердловской дороге хоть и не было таких холодов, как на Дальнем Востоке, но в минус 30 местным железнодорожникам поработать пришлось. У путейцев, механиков, механизаторов и дефектоскопистов, у всех тех, кто трудится на свежем воздухе, также есть регламент работы при низких температурах. Режим работы у работников, сильные морозы, он зависит от того, где они проводят работу. На станциях есть теплые пункты обогрева, где возможно обогреться. А если осмотр проводится на перегонах, это обязательно проводится в два лица, и возможности провести обогрев у данных работников нет. Для железной дороги прогноз погоды важен, наверное, так же, как и для авиации. Подготовиться к капризам природы железнодорожникам помогает отдел гидрометеорологии Центральной дирекции инфраструктуры. Данные, на основании которых специалисты делают прогноз, они получают с 214 автоматизированных станций. Вот эти станции, они что считывают, какие данные они получают? Ну, первый фактор, значит, они дают нам данные о состоянии атмосферы, это температура воздуха, влажность, скорость и направление ветра. Есть и специализированные данные, получаемые с этих станций, это температура рельса и температура промерзания грунта до 40 сантиметров. С начала года погода решила проверить на прочность практически все 16 дорог. С последствиями обильных снегопадов и сильных морозов сотрудники РЖД справились, обеспечив безопасность и бесперебойность перевозок. Ни один пассажирский поезд не был задержан из-за непогоды. Юрий Костин, Виктор Воронин, Руслан Богуславский, Евгений Иванов, РЖД ТВ, Москва, Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре. Несмотря на морозы и снег, продолжаются работы и на ряде участков восточного полигона. РЖД в наступившем году завершают первый этап модернизации БАМа и Транссиба и уже параллельно ведут проектные и изыскательские работы по второму этапу. В 2021-м в восточный полигон планируется инвестировать 134 миллиарда рублей. И очень важная задача – привлечь для работы на Дальнем Востоке квалифицированные кадры. Помочь в этом может решение жилищного вопроса. Так, с 1 января кредитная ставка по субсидируемым ипотечным кредитам для работников Дальневосточной магистрали снижена с 4,5% до 2%. С 2006 года РЖД поддерживает железнодорожников, которые приобретают жилье, и субсидирует часть затрат на уплату процентов по ипотеке. Для сотрудников Дальневосточной условия будут более выгодными. О том, что льготные кредиты по сниженной ставке в 2021-м смогут получить от 50 до 80 работников магистрали, в интервью нашей программе рассказал замглавы Департамента социального развития РЖД Андрей Горевских. Восточный полигон, на сегодняшний день на него обращено внимание как государство, так и компания. Дальневосточная дорога была принята полигоном опережающего развития. С целью закрепления и удержания профессиональных и квалифицированных кадров было принято руководство компании решение о снижении ставки для работника. Если стандартная ставка субсидирования для работника, имеющего опыт работы, 4,5%, и как для молодого специалиста 2,5%, то для работников дальневосточной дороги определенных категорий и критериев, кому положена данная корпоративная поддержка, такая субсидия выделяется под 2%, так же, как и молодым специалистам. Данные критерии могут воспользоваться работники, получающие корпоративную поддержку на приобретение жилого фонда в населенных пунктах в рамках Дальневосточной железной дороги, за исключением крупных городов. Это Комсомольск, Владивосток и Хабаровск. В остальных населенных пунктах выбор работников полностью на их стороне, и в зависимости от принятого решения они приобретают то или иное помещение с корпоративной поддержкой от компании, как я уже сказал, и сами выплачивают только 2%. Работник должен нуждаться, это нуждаемость. Нуждаемость определяется в соответствии с федеральным законом. Для каждого региона это определенные квадратные метры, установленные законодательством. Кроме этого, для работников со стажем работник должен отработать на железной дороге не менее 3 лет и 3 месяца в соответствующей должности. И, соответственно, попадать под перечень дефицитных и востребованных профессий, чтобы получить данную корпоративную поддержку. Для примера я могу сказать, что в прошлом году на Дальневосточной железной дороге корпоративной поддержкой в целом воспользовались 260 человек. Да, это в целом небольшое количество, но если брать от общего количества, на сегодняшний день мы говорим о том, что на дороге всего очередь в нуждающихся и попадающих под данные критерии составляет 325 человек.
260 мы выдали в прошлом году. В этом году ставим себе целевые показатели в тех же параметрах, где-то 250-260 кредитов, соответствующая возможность. В том числе в рамках выделенных субсидированных кредитов в размере 260 часть кредитов будет выдана вот по новым условиям, которые позволят более льготно работникам приобрести жилые помещения в указанных регионах. Эта программа нацелена целевым образом для закрепления работников на малых городах, на линейных станциях и так далее, для того, чтобы максимально приблизить работника к месту работы. А в крупных городах действуют федеральные программы. На той же Дальневосточной дороге есть федеральная программа, также по 2%. Но у той программы есть определенные условия, что сумма кредита предоставляется не более 6 миллионов, и в федеральной программе существует первоначальный взнос 15%. Наша программа, в отличие от федеральной, позволяет работнику взять кредит субсидируемый под 2%, остальную часть субсидирует компания, и при этом первоначальный взнос работник не выплачивает. Это явное преимущество, и мы стараемся каким-то образом мотивировать работника для того, чтобы закрепить его, как я уже правильно сказал, на тех маленьких линейных станциях, тех небольших городках, населенных пунктах, где на сегодняшний день уже идет отток населения и уходят квалифицированные кадры. На сегодняшний день, уже не дожидаясь результатов работы по Дальневосточной железной дороге, прорабатывается вопрос по Октябрьской дороге. На сегодняшний день интенсивно развивается порт «Услуга», и там будет необходим приток квалифицированных работников. На сегодняшний день прорабатывается возможность предоставления такой же ставки субсидирования для работников в перспективе, которые придут работать в порт «Услуга» и будущие проживающие в городе Кингисепп. Такая программа готовится, и в ближайшие месяцы соответствующие документы будут вынесены на решение руководства компании для принятия такого же решения, как по Дальневосточной железной дороге. Увидеть всю Россию за один день в музее в Петербурге. Горные хребты, реки и морские побережья, дороги, мосты, здания и тысячи маленьких человечков живут на макете площадью 800 квадратных метров. И по этой миниатюрной стране под названием «Гранд-макет Россия» курсируют поезда. Их встречала и провожала Елизавета Медведкина. Специальный репортаж программы. Увидеть всю Россию. На воплощение этой мечты может не хватить и жизни. А здесь 1/8 часть земной суши, как на ладони. Около 100 человек в течение 5 лет строили этот миниатюрный мир. Доехать от Петербурга до Владивостока за 18 минут может, пожалуй, только миниатюрный поезд на этом макете. Система путей и движущиеся составы объединяют страну в единое целое. Мы следуем из региона в регион и видим все особенности такой необъятной России в миниатюре. Памятники архитектуры на западе, космодромы на востоке, курортный юг и красоты севера. Но точных географических привязок здесь нет. Зачастую это собирательные образы регионов. Допустим, для создания какого-то вокзала мы брали условно фотографии 3 вокзалов и делали что-то усредненное. И таким образом у нас в одном и том же здании иногда гости узнают там 3 разных, 4 разных города. Более 2500 метров путей, около 250 стрелочных переводов. Все работает автоматически, но под непрерывным контролем. Перед глазами инженеров-железнодорожников 44 монитора и командные станции. Иногда на дорогах случаются аварии. В дело вступает ручное управление. Ну, например, может какая-нибудь железнодорожная стрелка выйти из строя. Соответственно, программа нам об этом скажет, мы пойдем устранить. Как и в жизни, поезда требуют техобслуживания. Инженеры отслеживают пробег и время наката подвижного состава. 120 часов работы и пора на ТО. Локомотив разберут, смажут шестеренки, проверят свет, работу автосцепки, движение. Даже паровозам, как настоящим, нужна заправка. В корпусе находится дымогенератор, так называемый. Туда как раз мы заливаем данную жидкость. И за счет нагрева от напряжения, которое поступает через рельсы на него, за счет этого нагрева она начинает испаряться. Этот мир уже построен, но жизнь в нем продолжает развиваться. Появляются новые объекты, сюжетные линии, внедряются маршруты и повышается интенсивность движения. Мы пытаемся разнообразить движение по макету и пытаемся придумать интересные составы, которые будут привлекать внимание зрителя. Вот сейчас можно услышать
проезжает поезд «День Победы». Независимо от того, сколько ты времени здесь провел, ты всегда можешь увидеть что-то новое. Каждые 15 минут над макетом надвигается ночь. Часовые пояса один за другим начинают светиться тысячами огоньков. Можно прийти в музей «Гранд Макет Россия» всего на пару часов и за это время совершить недельное путешествие. Елизавета Медведкина, Леонид Новиков, РЖД ТВ, Петербург. О том, что произойдет в ближайшие 7 дней на настоящих железных дорогах, важного и яркого, узнаете в следующее воскресенье в программе «Итоги недели» на РЖД ТВ. На этом пока все. До встречи.